всем, то всем известно, что в нашем селе маршрутки не ходят, где двойки. Давайте узнаем им об этом у жителей Петради. Это здравствуйте, а почему маршрутки не работают? Я не знаю. Почему маршрутки не работают? Скажите, пожалуйста. Потому что завалило все снегом. Ну, ЧП. А скоро заработает? По прогнозам, вроде бы снег должен растаять через неделю, так что, ну, возможно, и раньше. Без комментариев. Вот такие дела в селе. С вами был этот корреспондент от Сережка. Всего доброго.